Потому что если она так будет разламываться, то как же тогда мы выиграем? Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. О, спускаемся вниз. Видишь, отлетела защитка какая-то, просто взяла и отлетела. А нам-то еще до финиша надо доехать. Так что, игрушка-то непростая. Сейчас-то проблемок будет много у нас. Офигеть просто. Я офигею. Вот это монстр у нас, а? Автомобиль, который разваливается. Мы так проехать-то не сможем. Ладно, сейчас будем пробовать и смотреть. Здесь у нас, когда подкидывают, надо аккуратно смотреть, где нас он подкидывает. Чтобы в будущем аккуратнее. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем дальше в нашу зомбо-машину. И давайте улучшим... что же улучшим? Мы улучшим наш двигатель. Все, и поехали. На более мощном движке. Сейчас посмотрим. Вот, движок, смотри, какой хороший. Прокачали двигатель. Теперь мы вообще все-все крушим. О, зомбарек. Зомбарек летит, бежит вперед. Давай, машинка, я в тебя верю. Ты сегодня должна выиграть. Завершить эту гонку. Давай. О! Отлетают туловища, отлетают головы зомбаков наших. Давай. Опа! Вот такой вот мини-танк у нас получается, да? От нашего автомобиля. Мини-танк. Мощный. Колеса мощные и пушка мощная. Надо будет еще пушку прокачивать там. Ускорение у нас хорошее в начале, но когда заканчивается бензин, все очень не очень хорошо. Так, что у нас здесь? У нас здесь зомбаки прицепились. Прицепились зомбаки и заканчивается бензин. Давай, чуть-чуть еще осталось проехать. О, смотри, мы нормально проехали. Мы улучшили этот самый, как он... Улучшили двигатель и стали хорошо проехать. Так, нормально-таки. Давай увеличим топливный бак. Поедем, попробуем. С топливным баком. С улучшенным. Более большим. Постараемся проехать чуть-чуть дальше. Ну, сейчас проверим. Эту теорию. Или, возможно, нам надо прокачивать все-таки больше двигатель. Но на самом деле тут что не качай, все нужно. Все нужно на Е. Все нужно. Ох, чуть-чуть не доехали. Ладненько. Вот это вообще монстр автомобиль, да? Монстр машина. Все разрушаем на своем пути. Всех зомбарей. О, да вы бы еще не залазили бы, не прыгали бы на машину. Ребята, у вас билеты куплены, алло. Билеты надо купить, чтобы на таком автобусе поехать. Покататься. Видишь, все хотят на халяву зайцами ехать. Зомбари, видишь, бегут, хотят проехать зайчиками. Но ничего. Только на колесах можно проехать зайцами. Цепляйтесь на колеса и езжайте. Или рядышком. Вы можете пробежаться. О, смотри, мы проехали дальше. Все, бензин закончился. 462. Нормально. Что можем приобрести? Пока ничего не будем. Автомат, я вижу, можно, но пока не будем. Будем прокачивать движок. Вот, все. Движок прокачаем. 495 день. 495 день нашего приключения. Нашего путешествия. Вот такой вот у нас монстр. Самослал. О! Давай, газку! Отлично. Ох ты, застряли немножко. О, ребятушки. Монстр.
таким автомобилем лучше не шутить. Так, закончился ускоритель у нас. Ё-моё, все, мы здесь встряли. Ладно, подождем. Зайдем сейчас в гаражик. Посмотрим, что мы тут можем купить. Пока ничего, ну едем тогда, ладно, не можем ничего купить, не будем ничего покупать. Хочу купить я двигатель помощнее. Вот, но пока возможности такого нет. Ладно, будем копить и копить деньги. Уничтожать монстров. Да ё-моё, закончилась бензинчик. Что мы купим? Мы давай купим двигатель полностью. Все, мы полностью прокачали двигатель, колеса, ускоритель. Все, поехали. Колеса, двигатель, ускоритель полностью прокачаны. Ну а остальные у нас ничего пока не прокачаны. Надо коробку передач еще прокачивать. Вот. Коробка передач будет нам давать скорость максимальную. И будем мы нестись, как сумасшедшие, как угорелые. Да. Если так вот пользоваться немножко, то у нас заканчивается ускоритель. Да, ускорителя пожалели, можно было побольше ускорителя добавить. Угу. Можно было дорогу больше сделать, ну там, как вариант, прокачать. Вот такой вот монстр-трак у нас, даже так сказать, танк. Танк на колесах. Давай, давай, давай. Вот застрял, видишь, вот он здесь застряет. Проехать не может. О, видишь, зомбари еще прыгают с вышки. Сначала маленькие прыгали, а сейчас, смотри, большие. Так, смотри, ускоритель у нас утерян. Офигеть. Ой, что это такое? Офигеть. Это какая-то эта была. Как ее? Подкинула нам. Нас чем-то. Что-то подкинуло. Прикинь, мы подпрыгнули так. Офигенно. Мне это нравится. Слушай. Ага. Что мы купим? Во, отлично, мы купим коробку передач. Все. Теперь мы будем туда доезжать и смотреть, что там такое нас подбросило, подкинуло. Сейчас я буду смотреть. Все, машинка едет монстров. Прям очень мощно. Как будто я ускоритель нажимаю, прикинь. Давай, давай, давай. Аккуратненько. Во, поехали. Ох-ох-ох-ох, аккуратно, давайте зомбаки. Слетает прям наша тачка. Ой, падаем. Давай еще, отлично. Давай-давай-давай-давай-давай. Ускоряемся, ускоряемся. Хорошо, прям таки. Давай отбрасываем этих монстров всех. Во. Взлетаем наверх, ребята. Все, ускоритель закончился. Так, а тут что-то за место такое? Здесь я это не помню. Только много чего намешали. Вообще карту запомнить очень трудно. Давай, 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 давай. Едем, едем, едем. Вот. Зомбачки.
наши. Все. Ой, прыгают эти прыгунки, прыгуны вот эти прыгают сверху. Нафиг. Давай, 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 дави, дави этих зомбаков. Что, что у нас по бензинчику? Вот, заканчивается. Давай, да. Ух ты, нифига, что это такое произошло? Что это с машинкой-то нашей? А-а-а, подбросило. А, не до конца, ё-моё, сейчас опять будет подбрасывать. В смысле? А чё, второй раз не подбросило? Ё-моё, смотри, на чем мы едем. Офигеть просто. На колесах едем, я не знаю. Двигатель сломан, да ну нафиг, а как же мы... А как же мы выиграем, ребята? У машинки сломан двигатель. Хорошо. Что мы купим? Ну давай купим этот самый тогда. Нет, не коробку передач, давай автомат купим. Ну. Попробуем, поехали. Нифига себе. 498 день. У нас он 25 патронов. Короче, надо аккуратненько ехать, слушай. Вот здесь застряли. Как вот здесь? Что? Как? Аккуратно. Проезжаем. Здесь нам нужно, короче, я смотрю, машинку нашу беречь. Ехать не так быстро. Потому что если она так будет разламываться, то как же тогда мы выиграем? Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. О! Спускаемся вниз. Видишь, отлетела защитка какая-то. Просто взяла, отлетела. А нам тогда еще до финиша надо доехать. Так что... Игрушка-то непростая. Сейчас-то проблемок будет много у нас. Офигеть просто. Я офигею. Вот это монстр у нас, а? Автомобиль. Который разваливается. Мы так проехать-то не сможем. Ладно, сейчас будем пробовать и смотреть. Здесь у нас когда подкидывают, надо аккуратно смотреть, где нас там подкидывают. Чтобы в будущем аккуратненько. Ой, ускоритель потерян. А у нас еще столько много было этого. Как его? Ускорение мы не использовали много. И уже потеряли ускоритель. Вот и все. Значит, а броня у нас вся куплена или нет? Что-то я не помню. Мне кажется, броня у нас не вся куплена, поэтому... И у нас такая проблема возникает. А, видишь? Отлично написано. Да в смысле отлично? Мы... Нас он... разворотило наш автомобиль. А ну, подожди-ка. А, мы еще можно купить этот самый... Броню-то еще можно купить. Вон на что. Вон оно что, ребята. Значит, у нас будет еще одна серия. Еще одна серия про наш автомобильчик. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Будет еще один ролик все-таки. Всем пока-пока.